на конкурс. Дети читают стихи. Денисов Кирилл, 11 лет. Константин Симонов, атака. Когда-то по свистку, по знаку, встав на растолкнутом снегу, готовясь броситься в атаку, винтовку скинув на бегу. Какой уютно показалась тебе холодная земля, как на ней все запоминалось, примешь и стебль ковыля. Едва заметные пригорки разрывают дымные следы, щепот рассыпанной махорки, льдинки пролитой воды. Казалось, чтобы убежать, рук мало, надо два крыла. И казалось, если лечь останется, земля бы крепче была.